Ильич Пушкин. Писал такие подражания древнегреческому. Были такие четверостишия такого античного типа. И одно из них было про царское сельскую ставку. Дева. Почему она шла за водой и разбила. Точнее, статуя такая, там разбитая урна, и из нее течет вода. И значит, сейчас утес ее дева разбила. Дева над вечностью чудо не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально светит. Это вот называется гекзаметр, но он, к своему стыду, я не помню первое место, что об утес ее воду чего-то неся, об утес ее дева разбила, праздный держать черепок, чудо не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально светит. Александр Константинович Толстой написал к этому две другие строчки, которые такие, что «Чудо не вижу я тут». Генерал-лейтенант Казаржевский, это был, видимо, директор Петергофа, где этот фонтан был, в урне той дно простерлив, воду провел сквозь нее. Так что вот это вечная струя города.